Приветствую на канале Asmo Deadplay. Мы продолжаем играть Метро Исход. Поехали. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Да, ты не виноват, конечно, но тем не менее винишь себя. Бывает. Ты пропустишь меня? Так, я отсюда вышел. Вот, кашель у меня. Вдруг как у тети Ани. Да нет. Да что, Оля? Это я связываю. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Давай. Блин. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить. Как можно скорее. Давай, у нее там была рация. Покурить. Нет, курить мы не будем. Стол. Ну ладно, хоть продвинули, и здесь порога теперь. Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, садись. Одной больше. Непростой разговор будет. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, а что здесь? По описанию зоны сильного заражения показаны зеленым. А некорректные данные – малиновые. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. Понятно. До Новосибирска еще 500 километров. Зараженная. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Может, снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельный. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Еще как пойдем. Побежим, я бы даже сказал. Давай, вот так неправильно. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Верно. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Ой, какой гордый. Мы не знаем, где точно находится лекарство. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? 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 Ну говори. Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни ему. На окраине города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. И того, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к себе. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Давай. Все, я пошел. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Yes, sir. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Чем? Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали.
Не знаю, сомнительно, конечно. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать. Только два. Сойдет. Видишь, как раз на нас сотрет. Против судьбы не попрешь. Средство называется Ренерган-Ф. И ее оно просто поразило. Итак. Готовится, готовится. Что мне надо? Патроны 0. От винтовки. Блин, я даже не знаю. Так-то, блин, и калаш подойдет. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь все нормально. Почистить. А как поменять-то? Понятненько. Ага. Вот тебе и раз. Так. А, вот тихарь. Так. Ищем это у меня. Чё? Ашот. Бульдог. Это автомат, являющийся вершиной. Нет, мне нужен пистолет. И, по-моему, вот этот. Да. Так. Нет. Все, почистить. Почищен. Винтовка, винтовка. Винтовку я пока оставлю, наверное, да. Ну и тихарь, естественно, я возьму. Ладно. Подожди, нет, 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 тихарь, надо проверить, чтобы он у меня был пипец как скомплектован. Вот. Не углядел. Все. Все. Еще раз глянем. Блин, переживаю за... Так. И здесь у нас все. Так, ну я-то приготовился. Так, туда мне не надо, ну все, наверное. Идем к командиру. Ты держись. Не будем на больную смотреть. Катя, поверь, твоя мама тобой загордилась. Так. Спасибо, Алеш. Ну пускай меня, я давай, не проходи. Но... Зайцы, мясо. Поехали. Отправляемся. Все подготовки были произведены. Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Давай. Опять радиационный фон, блин.
Надо было, там в первом озере надо было взять улучшение для фильтра, там на дольше хватало. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Да, я там был. Целый, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И, по-моему, по этому мосту и въезжал. Да, вот по этому мосту, по-моему, так вот и въезжал я. Сэм, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности только не быть. Давай. Справа должен быть Сбербанк. И потом гостиница. Кстати, там интересный вокзал. У них хороший, красивый такой. Давай за мной. Вот где-то тут Сбербанк должен быть у них. Ну давай двигай. Нету, нет? Рекламы такой. А он где бублик, это гостиница. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени ни хрена. Пойдем направо. Пройдемте по плану еще раз. Ермак. Аврору уведем на юг. На грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Тут где-то еще маленькая башенка должна быть с часами. Мы с Крестом, Сэмом и идиотом отправляемся в корпус института. Вот посюда мы бежали, опаздывали. Железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, все. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Нет, опустите. Давай. Вы идете на задание, чтобы спасти Титани, да? Да, малышка. Да. Что-то это я так топаюсь. Присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Вот так вот. Молодец. Эх, девчушка. Двери закрыты. Радиационный фон увеличен. Даже перемычки закрыли между вагонами. Да-да-да. Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит. В перчатках трогать ее. Господи. Ей без перчатки хреново. Ладно, пойдем. Пусть отдыхает. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Да. Давай, шевели батонами. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. Вау, это что такое у тебя? Артём, это не Москва, где ты месяцами прогуливался. Чёрт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Артём, принимай снаряжение. Пушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Что-то не понял, а что ты меня не выпускаешь? Подъем. Ну что, готовы? Готовы. Но
путем. Вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. Погоня. Что-то я не понял, а где еще разрывные-то? У меня должны быть еще и разрывные пули-то. К тихарю. Поехали, поехали. Артем, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чище. А мог бы сделать дутики. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Давай. Песню запевай. Господи. Поворот, 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 поворот. Сколько вагонов стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Давай. Так, блин, бета. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так вот, откуда бетер приехал, там подняться можно. Это вот спустимся, потом подниматься надо. Да, пешком было бы легче. Да. Лучше не вылезать, меньше радиации схватим. Но рискнем. Ну давай. Вокзал-то у них красивый был. Но как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Не жалеем, ни о чем. Не, а. Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артем, мы справимся. Ты едь давай. Мудила. У меня что, ваш фильтр бесконечный? Даже там можно выбраться. Держись, ща тряхнет. Вот так. Опа, опа, опа. Лавочки остались. Блин, а там бывало на рояле играли. Ну, красота. Вот еще один танк. Хреновый танк вниз-то загнали. За каким хером? Вау! Вон она гостиница. Так, тут мы там магазинчики были. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло врага. И остановка нахрен разбита. Новосибирцы-то вообще угорают вот по этой локации. Должны просто, они просто обязаны угорать. Буду куда дальше. Давай. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход. Опа. В метро тут недалеко. Ехали, ехаем. Так. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Здесь снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я бы не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звезд не видать с вершин. Как посреди огней вечерних ягодков машин мчится тихий огонек моей души. Парам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Давай, деваться больше некуда. Да я и без тебя вижу там. Не торопись, а то застрянем, заметет. Ну рассказывал мне еще. Давай по прямой. Олежа. Так. Аккуратней, Артем. Аккуратней. Давай, вот так. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Ну а как без этого? Вот сюда. Смотри, давай туда. Так обратно на проспект вырубим. Так, ну не учи мне. Тут один ход. Один ход, один выход. Эх ты, ёперный балет. Снова пробка.
Пробка, ага, сейчас рассосется, подожди. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. На ствол разверни у него. Твоих придется. На разбежить, он все растет, фильтров надолго не хватит. А я тебе первоначально об этом говорил. Давай, давай, за мной, не останавливайся, или нам конец. Давай, за мной. Так. Пока нормально. Вот так так. Хопа. Кувырок. Только чтоб мне батя еще на пальцы бы не сунул. Тестюшка. Так. Давай. Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Так. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут вышел. Ну-ка, подожди-ка. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в 2 шагах. Метро-то тут не особо глубокое. Надо делать... Ну так, нет, все-таки. Я думал, радиационный фонд здесь. А нельзя было вот так сразу идти? Дышать, похоже, можно. Что за твари-то хоть? Меня-то вводи в курс дела. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. На! Давай, пристрели эту тварь! Да я-то нормально. А, на это что скажете, а? Ага. Подожди. Да тихо ты. На. О, блин, еще лезут, приготовься.
Блин. Ну-ка, давай подлечусь. Вот зараза. Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут? Интересно, людей-то нет. Так. Так. Кстати, тут ничего такого нету, что я бы мог использовать для аптечек. Но я думаю, должно быть. Тут все заброшено. Ты там что-то говоришь уже? Ну-ка давай, сейчас мы включим свет. Так. Так, короче, что-то порешали. Значит, как они тут выживали? Радиопротектор. Зеленка, это какая-то военная основа. Потом запас кончился. Так. Что у нас здесь? Снова тупик. Мост обвалился. Ну что ты ноешь? Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Разнылся-то. Здесь можно протиснуться. Подожди. Так, так. Нет, туда не идет. Ладно, пойдем другим путем. Да, видим мы. В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Ты давай, ползи быстрее. Толкаешь меня еще куда-то. Без сопливых гололед. Капитан очевидность нахрен. Что ты за командир, который говорит очевидные вещи? А вот и местные жители. Похоже на ту яму в Москве, правда?
Так. 8000 километров и опять расстрельные ямы. Интересно, это кто же шпионами называли? Читаем. Командиру группы быстрого реагирования ОСКОМ подполковнику Хлебникову настоящим приказываю передать арестованных мятежников особому отделу и немедленно выдвигаться на станцию Сибирская для занятия обороны на ближних рубежах. Председатель ОСКОМ генерал-лейтенант Виноградов. Блин, еще такая W зачем-то на морде. Ушивили копытами. Будь или не будь. Давай наверх. Сделать. Артём, живой. Это тебе не наше метро. И помочь. Руку дай. Некому, понял? Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства назад дороги нет. Ой, ой. Нашелся пися важная. Я бы из пися бы мог выйти тоже. Только времени надо. Ну идем. Только теперь уж смотри под ноги. И так кучу времени потерял. Ладно, хрен на этот гриб. Ну выходи. Так, тут какой-то пацанчик, если не ошибаюсь, должен быть. Такой бравый вояка прямо. Ой. Так, патронов всего нет. Кого-то останавливали. Учитывая, что тут только трупы людей. Монстров-то там нету. Господи, вы что, сами себя херачили? Вот еще один пулемет стоит. А патронов нет. Ну ты что там? Пойдем, я тебя сколько зовут уже? Ой. Я не понял, это что было? Видите, да? Ладно. Еще ребенок. Понятненько. Откуда вы пойдете? Блин, такая толпа. Давай. Еще одна могила. Да. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Да я уже попробовал. Что это? Слышал? Вот. Еще раз. Какого черта? На.
Так. Немного, вроде, просто неожиданно. Хотя чуть-чуть-то все равно ожидал. Слишком очевидно. Будто мертвецы поднялись. Они вот здесь и прятались. Попали в самое логово этих тварей. Взяли. Оп! Оп! Вот так, все. Ну вот видишь, что бы ты без меня делал? Давай, давай. Смотри, да уйди. Были. Давно тут все заброшено. Дятел. Еще ничего не осмотрел. Так. Давай. Опа. Что имеем? Рабочий класс. Читаем. Командиру группы быстрого реагирования СКОП подполковнику Хлебникову в ответ на ваш запрос сообщаю, захваченные саботажники на допросе показали, что основная мотивация их участия в беспорядках – недовольство своим экономическим и социальным положением. Цитаты. «Мы в грязных туннелях пашем, а вы там жируете. Я за 10 лет мяса досыта ни разу не ел, а сам на свиноферме вкалываю. Нам пампули зеленки в месяц, а это что, плюнуть да растереть, а сами чемоданами тащите. Однако непосредственным толчком для присоединения к бунту, по словам вожака захваченной группы, послужил якобы существующий заговор высшего руководства ОСКОМ. Цитата. Что, считаешь, раз на выселках на депо вагоны курочим, то и не знаем нихера? А вот тебе выкуси. Все мы знаем ОСКОМина. Примерное руководство ОСКОМ. Мотать из города собралось. Вот зеленку и зажилили всю. Что не так? Нас тут всех подыхать бросите, а сами тю-тю. Зимой еще все понятно стало. Наши ребята зачем половину забрали? Наверх пути чистить? А техничка зачем? 100 лет стояла никому не надо. Растаскивать начали, а теперь чини. Хватит за баранов нас держать. По окончании допроса задержанные ввиду наличия неопровержимых доказательств их подрывной деятельности переданы расстрельной команде согласно инструкции. Оском следователь особого отдела переплетчик. Ну, не знаю, двояко. Может быть, и действительно такая ситуация была. А может, он просто сам себе напридумал. Это хрен докажешь. Времени у нас в обрез. А до института еще далеко. Надеюсь, быть в остальных делах получше нашего. Давай. Надеюсь. Метро строились, похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. На. Понятненько. Ох ты, парнишка. Да оставь пацана. Вставай. Давай подсажу. О, да тут пролезть можно. Не понял. Давай, ползи. Блин, что-то растерял. В
Ой, балбесина. Ну, кстати, если за ним охотятся, то почему балбесина-то? Банки растерял кого-то. Ну давай, давай, давай. Беги, беги, паренек. Не успел. Давай, давай. Малой, подожди. Не ссы пути. Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Иди сюда, парень, хватит прятаться. Впереди её. На! Да тихо, 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 не бей малого. Ты чего убегаешь? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оском». Хлебников. Вот ты сын полковника, по-моему. Убивать. Дебил, что ли, блин? С кем? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Тебя даже не видно, что у тебя ноги-то механические. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Давай. Шевели батонами. Нам сюда. Тут уже недалеко до станции. Какая еще? Откуда мы знаем? Проспект, не проспект. Чё ты? Все чисто. Ну идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. Нету, не достать. Так. Да я еще не стрельнул даже. Вот так. А это что скажете, а? Чего они скажут? Молчат он. Горят и молчат. Молчат и горят. Сюда. Давай, я их не вижу. Прорвемся!
Опа. Ты друзей позвал? Тут, по идее, с каким-то дробовиком, да, первоначально должны стоять. Нравится, нравится, твари! Или с автоматом. Все пули потратить, патроны. На. Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить. Ау, парень, ты где? Ну подожди, дай ему время. Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Живой. Давай. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Вот так. Из Москвы, на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворота открою. Так давно пора, мы тебя и ждём, чтобы ты ворота открыл. Так. Вот так. Все забрал. Почему двери-то везде такие железные, эти? Особый комитет, выход по пропускам. До войны, как понимаю, надо было ставить эти после войны. Больше нет никого. После войны никого не осталось. На. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно с отцом. Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был. Как и богачей. Так и выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Не знаю, кто-то, может, разработчик. О, это я играл. Морской бой. Отец говорит, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Рядовому Хлебникову. На время отсутствия командования рядовых Хлебников является старшим по убежищу. Помимо обычных обязанностей по штатному расписанию, ему на особое распоряжение поручается дверь убежища держать запертой в любых обстоятельствах, выходя проверять замок дважды. Грибное поле осматривать два раза в день. Появившуюся слизь выжигать дотла вместе с субстратом. Лучше потерять одну грядку, чем все поле. На грязные станции не ходить. Капканы проверять и перезаряжать минимум раз в два дня. Незачем мучить животных, хоть они и мутанты. Печенку есть обязательно. Печенку есть обязательно без отговорок. Аккумуляторы рации держать заряженными и сеансы связи каждый день в полдень около получаса. Не скучать. Подполковник Хлебников. Понятненько. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. В этом за карты попадание не пошел. Говорил, скажи, точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Давай. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за карту. Надо им сообщить. Жиротва. Как слышите? Это Мельник. Полковник, мы все хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Что-то во множественном числе. Он один. Артём, паренек. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Как ты говоришь, у Ани начинается
Владивосток, Байкал. Один человек всегда на связи. Кемерово, Новосибирск, фон зашкалит, выживших нет, непригодно для жизни. Бурабай, странное пятно на севере, в остальном фон норма пригодна. Это вот откуда мы подъехали. Каспий, Арал, фон норма, выше море, так. Да уйди ты, я пойду за картой. Когда будет лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите. За машиной. Зирада на улицу нельзя. Осталось триампу. Папа, для выхода из города. Твою ж мать, ты меня заблокировал. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Пошел вон нахрен, козел. Я думал, сейчас перезагружать придется. Норильск, фон зашкалит, вечная мерзлота, непригодна, Волга. Фон норма. Так, электричество, так, магнит, активность, связи нет, рискованно. Москва, фон зашкалит, связи нет. А что мне здесь делать-то? Все, пошли. Что мне надо? Мы снова так рода стихии в метро. Осталось найти дорогу на станцию площади Ленина. А, да ничего, я привык. Ну так-то недалеко, в принципе. Где же она? Ага, вот она где. Давай. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Понятно. Вот благодаря чему они выживали все это время. Давай. Ну что, готов? Готов. Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Так. Мутант уже он какой-то есть. Так, ну-ка. Так, линейный, так, электромагнит, ускоритель, выстреливающие пули с очень большой скоростью превосходит пневматическую систему. Ну, посмотрим. Так, что у меня тут? Это создать не могу, ладно. Вроде пока и без надобности. Где ты был? Наверху. Пойдем наверх. Машинки, машинки. Давай. Оп. Опа. Давай. Вот так. Не падает.
Так. Я, по идее, должен потихонечку был, да, тут отстреливаться. А вот хрен. Вау! Вот это да, вообще вблизи, вот они только бы начали сюда заходить. Что-то я думаю, как-то надо спуститься помягче. Нет, все-таки придется там. Причем еще и вниз идти. Так. Порадуйте меня. Порадуйте меня. Где? А можно было и вниз, да, пойти? А что у нас внизу? Давайте посмотрим. Просто если уж проверить, то проверять, чтобы потом не жалеть, что туда пришел. Так. Просто запчасти, да? Ничего выдающегося нет. Ничего примечательного тоже нет. Не смогли. Не прорвались. Все, ладно. Все понятненько с вами. Так. Так. Ладно. Готовимся. Так, я должен был упасть, да? Ну, в итоге-то я и упал. Так. На. Так, смотрим, блин, их двое. Где ты? Покажись. Вон он. На. Я помню, за вами раньше охоту вел, сейчас не буду этим заниматься.
Не. Где ты? Так, понятненько. Что еще там? Вы будете без конца идти, да? Крути. Понятно, вот так надо было дурачить их, ходить кругами. Дверь открываешь, они исчезают. Все понятненько. А я вроде в прошлый раз отстреливался от них. Надо вспоминать, как я в прошлый раз играл. Там, по-моему, отстрелял их немного. Пока они проваливались, я шел и открывал потихонечку этот замок. Так. Вот нужную вещь я взял. Так, подожди. Здесь что? Пулемет. Оп. Взяли. Тут-то уже улучшений никаких нет, тут уже, по-моему, концовка. Дебил вонючий. Давай, все. Поехали. Поплыли. Потому что ходим. Ни хрена. Плывем, блядь. Ходят они, блядь. Кучка дегенератов. Надо все правильно говорить. Итак. Здесь колокол. Кто-то приманить должен был или что? Или наоборот отпугнуть. Так, минутку. Я вот даже сейчас не знаю, стоит ли мне туда вообще идти.
Бля, я думал, это все трубы. Они поди плевались в меня чем-то. Как я и думал, чем-то плюется кто-то. Хрен отличишь еще. С вас собрать можно даже что-то. Давай-ка соберем. Так. Так. Так, ладно. Выходим сюда, смотрим. Да. У вас тут и так он немножко. Еще меня решил попугать. Дебил. Немножко труханул. Но это для автомата. 10 декабря. Вроде бы обустроились более-менее. Странно как-то. Вроде бы жизнь кончена. Весь мир в труху. По радио одни помехи. Нам тоже недолго осталось. Счетчик трещит все время. А военные все играют в свои игры. Комитет организовали особый. Куда там твое дело? Да и гражданским тоже. Хоть бы хны, то упрашивали помочь на Сибирскую перебираться. А как военные туда пускать перестали, они тут начали склоки устраивать за места подальше от туннелей. Какая разница? Через месяц тут хорошо, если половина в живых останется. Мутит, сколько я годовых норм за месяц схватил, интересно. 15 декабря, сегодня комитет раздал радиопротектор. Оказывается, у нас как раз делали в институте. Думал, это так, чтобы не паниковали. Но нет, укол сразу полегчало. Так, что покоптим еще не небо. Сколько же лет прошло, вся жизнь. И что в ней было-то? Так под землей и просидел, разве только в депо перебрался. Но это по службе, за зеленку, и не так раскорячишься. Потому и не записывал ничего, кому это нужно. Тут не то, что день от дня, год от года не отличишь. Так, дернуло же написать такое вчера. Нашел, называется, старый дневник, зима же, оттуда столько червей. Так, весь день чистили туннели в техническом коридоре, слизь сожрала все доски, еще теперь делать настил непонятно. Хорошо, до грибов не добралась, только голода нам сейчас не хватало. 15 января. Сверху вернулись наши двое из пяти, и особист молчат. За выпивку разговорились, склад в академгородке пустой. Значит, сейчас урежут нормы. Хорошо, у меня отложено немного, а кончится, ну и жизнь кончится. Туда и дорога. Ну и кто бы прав, нормы урезали в два раза. Мне-то ладно, а семейным каково? 15 марта. Опять... В два раза. Всего одну ампулу. У нас тут это на неделю, потом еще неделя, и начинаешь блевать. Ну а еще через две меряй деревянный макинтош. Хотя какой сейчас макинтош? Хорошо, если свиньям не скормят. 10 апреля отдал последние 5 ампул Коле, у него дочки уже язвы пошли, может оклемается. А мне хватит, насиделся в подземелье этом. Да и остальные тоже говорят, повеселимся напоследок, расправим, что называется, плечи. Да.
Тихо. Чего вы все повылазили-то все разом так? Ладно. Это была не основная миссия, а так. Ну, сходили, кстати, что-то для автомата взяли, какой-то барабан, улучшение, что ли, так понимаю. Но это не главное и не основное. Основные улучшения — это у нас костюм. Остальное так. Дребедень. А остальное все дребедень. Деньги, деньги, дребеденьги. Так. Ну давай. Плыви. Радиационный фон повышается, так что ли? Че счетчик Гейгер заговорил? Молчал, молчал, тут вдруг заговорил. Да ё твою мать. Сожгу нахрен все туннели. Ну так. На каждую такую тварь. Только боюсь, что они опять появятся, конечно. Вон, например. Давай, подкачаем, подкачаем. Вон. Сидит, смотрит на меня своим ртом. Может, они, кстати, и на лапочку реагируют, не знаю. Хотя, думаю, навряд ли. Думаю, они без этого меня плевались бы. Так. Убирайте свои эти щупальцы. Давай. Уже хрен протащишься так просто. Так, так, так. Да можешь плыть побыстрее на этой байдарке? Пироги, каноэ. Каноэ, не знаю, ковчеги, как правильно. Тихо, тихо, тихо. Порви ее. Тихо ты! Вторую! Давай, где ты? Ну ладно, одну-то я убил, точно вижу. Так что не настолько я
безобидный, как вы думали. Пойдем. Вот так. Ладно, эти фонарики пропустим. А вот теперь... О, что-то подобрал. Так. Так. Ага. Блин, упал. А куда упал? В воду, наверное. И умер. Компас прикреплен к вашей запястью. Так, компас мы знаем. Текущую цель. Нам не нужна текущая. Так. Делаем аптечки. Вот так. 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 Осталось найти дорогу. Дорога-то одна. Thank you.
Так. Это потом нам сматываться. Да где вы? Где человек, кто шумит? На. Так. Давай. А, помню, здесь парился в этом моменте. Тут надо бежать, потому что я бежал. У меня просто не хватало всего. Поэтому я все время бежал и бежал. Так. Ну, во-первых, чистим. Так. Блин, давай-ка вот так вот сделаем. Пока хватит. Куда? Понял, что я понял? Высказался. А сейчас будьте любезны помолчать. На. Давай. Так, как я понимаю, его. Блин. Давай, где она? Где эта тварь? Плывем. Блин, вон она. Давай. Значит, меня там будут они ждать.
Я хоть взял, что хотел-то? Ни хрена. Ну, плыву вроде правильно. Так, хрен там. Блин. Подожди, выплыви. Так. Ой. Ничего страшного. Так, я хоть взял, что хотел-то, что надо было. Ну и снова так. Я охренею, если я сейчас плавал просто так там. А, нет, смотрите-ка, не обратно я плыву. Радиационный фон, смотрите. Все, лампочки у меня погасли. Электричество не работает. Давай, плыви. Что там впереди? Поезд? Меня вытащат, спасут? Надеюсь, это сюжет. Сюжет, фу, слава богу. Вставай, пора. Давай. Пора так пора. Вместе с тобой подохну. Куда уходит лето? Какие города? Давай за ней. Ну вот. Я думал, для нее оставлю. А вон оно, как все получилось. Так. Или это мне кажется, или это какая-то аномалия. Не понял. Что это такое? Так. Что-то я приближаюсь к концовке, да?
Так, да, я закрыл ворота. А что мне оставалось делать? Ты с самых сирен внизу, а я на входе. Тут же черт знает, что творилось. Пробки, сумасшествие, аварии, скорые никто не пропускает. Все как с ума сошли. Толпа все орут, ломятся с чемоданами, с узлами какими-то. Глаза белые, солдат всего пятеро. Куда там держать? Они в воздух стрелять начали. Толпа обратно, человек пять у стены придавили. Я не мог иначе, не мог. И судить меня ни тебе, и вообще ни людям. Прощай, может, там свидимся. Так. Блин, какой-то медведь опять. Куда трупы пошли? С мутантами будем дело иметь. Так. Фильтры, фильтры, одни фильтры, да, потому что они сейчас летят только в путь, как горячие пирожки. Давай, мне с кем-то сражаться надо будет, я помню. Может быть, опять с медведем. Так. Музей. Беги. Так, вот здесь вот вроде. Это кто? Это мне видится? Видишь, Петро? Жахни по нему! Только под калибером, а то осколками народ побьем. Сейчас оформим. Давай, Толик, на 11 часов. Вестибюль метро, под калибером. Вижу цель, под калибером готов. Огонь! Бам! Твою ж мать! Земля, приехали! По людям. Все с вами ясненько. Не любите, в общем, людей. Он еще и разговаривает. Конечно. Кто там? Так. Понятненько. Открывай.
Лампочка не горит. А в подъезде номер 3 лампочка не горит. Что-то не понял, только что здесь был. Понятно, стой. Нет, показалось. Так, вот мы выходим уже. Что? Закрыто. Так. Понятненько. Кто играет? Фальшивит кто-то. Давай, 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 давай. Оп. Вот так. Вот здесь, по-моему, сражаться надо будет на крыше. Только сначала надо получить это. Пипец, ты страшный, ну ты слепой, да? Как ты меня видишь? На. Все. Вот так. Блин, а раньше я от него бегал еще. Это вот все для его боя приготовлено было. Так. Я отсюда вылез. Надо вот в эту дверь пройти. Можно, по-моему, было пробежать. Нет? Так. Закрыто. Понятненько. Я никак себя не приду. Чувство у меня такое, что еще с одним таким же орангутангом сейчас схлестнусь. Да, найду, найду.
дождешься. Тихо, тихо, тихо. Где-то здесь. Я подобрал его, по-моему, уже. Так, я здесь. До конца пути в 1000 километров. Остался один шаг на найти лабораторию, способную помочь мне лекарству, если оно вообще есть, занеси. Давай, давай. Включаем. Вот так. А может, его можно было и не убивать, я не знаю. Но я принял решение, я его убил. Давай, давай. Какая прелесть. Так, давай сначала здесь. Так. Ну тут его нету. Хорошо. Опять? Опять галюны? Что? Что там? Ну-ка, если его не жечь, а так. На. А может, его можно было и обойти вообще? Кто его там разберет? Ладно. Что ты там увидел? Париж? Увидеть Париж и умереть? Мне сейчас некогда прослушивать вас лучше, извините. Опять? Но это же не она. И все об этом знают, что здесь делать нечего.
Ну и кому ты одел? Вот так. Больше зажигательной смеси у меня нету. Верстака нету, чтобы сделать. Так, откуда ты вышел? А, вот я должен был обходить его. Блин, только думал, где бы достать. И тут удача. Так, подожди, я его только что вырубил. Блин, блинский. И еще не здесь. Открываем. Так, читаем. Контейнер, груз назначено состояние. Нинси, так. Так. Что-то непонятно. Это что-то... Отправлен, отправлен, не отправлен. Проходим. Сломаем руку. Ой, господи, еще и снег во рту. Назад. Ну откуда у покойника грудь? Ну чё вы мелите? На! На! Так, ты дождь. Я тут буду ползать. Да сейчас. Так. Давай, 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 давай. Подключайся. Подключайся. Так, что-то мы запустили. Да. Это вот стекло обито специально, чтобы они могли слышать. Они же слепые, но не глухие. Так. Ну-ка, подожди-ка. Сюда. Что у тебя здесь было? На, не зря, все-таки не зря.
Короче, где-то что-то я открыл. Давай-ка посмотрим. Мои догадки. Так. Отсюда я пришел. Здесь я был. Мы здесь что-то включили. Там мы что-то нажали. Наверное, вот эта дверь открылась. Я думаю, так. Ох, я раду-то схватил там эти радиации, как они, правильно? Ты ничего не нашел, милый? Ничего. Я знаю, ты старался. Я жду тебя. Да стой ты. Ублевался весь. Тихо. Ошибка. Так, вздохнули нормально. Пролазим. Вот они, контейнеры. Берем все. Открой только сначала. Давай. Успел. Откуда вы вообще обезьяны взялись-то такие? Так. Кого ты хочешь убить? Тупая обезьяна и сосулька тебя, правильно? Фух, отлегло. Как на сердце отлегло. Как же мне сейчас повезло. Ну. Ну давай, вставай. Ну а ты как хотел, радиационный фон, о, какой мощный. А этот проход нашел сразу, тварина. Ждал, когда все сделаю за него. Тестюшка гребаный. Чтоб ты сдох. Артём, держись, сынок. Сынок. Сейчас. Держись. Сейчас полегчает. Ты нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что? Что? Скажи, что ты не пошел со мной, пришлось мне делать одному, поэтому ты козел.
какой здоровый, а я помер от радиации. Ох. Не спать, боец, не спать. Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел. Не спать, Артем. Давай. Правда, я не понимаю, чем противогаз от радиации могут помочь. Они воздух, да, очистят от дыма, от примеси, но от радиации. Что-то как-то сомнительно. Конечно, да, какой-то фон, пыль, ты не будешь радиоактивную вдыхать, но тем не менее, все равно облучение и проходит и через кожу. Живой, давай. Поехали. Вставайте, скорее. Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Да все, копыта двинул, батька. Тоже хреново кучу радов схватил там радиации. Машину будете? Ура! Едем дальше! Конечно, едем. Поехали. Сказал, что папа герой. И что он всех нас спас. Да. Папа герой. На нас мутанты напали, но он их всех одиночные. Бац, бац. Это он молодец. Позаботился. Что-то я, вот когда на меня мутанты напали, мне никто что-то одиночными не бац-бац. Не помог. А там черви глубоко. Он меня на плечо принес. Вот такой был полковник. Мужик. Ух ты, столько машин. А смысл? Толку? Ноль от всего этого. Это луна. Красивая какая. Сколько нового. Господи, как мне тебя жалко. Это напоминает что-то фильм «Взрыв из прошлого». Только тот там сколько, 20 лет отсидел? 30? А ты всего ничего. Нет, 30 с лишним было, 36, если не ошибаюсь. Ну, 36 лет отсидел. Период полураспада. Давай. Едь. Едь. Спокойно. Давай, давай. Ехай, ехай. Ой, что-то у меня зенки закрываются. Ой-ой-ой. Эй, проснись. Давай. Не спи, не спи. Стараюсь, стараюсь. Ты, малой, если что, чемоданчик бери и беги к поезду с чемоданчиком. Понятно? Ой-ой-ой. Все, отъехал. Персонаж ГГ отъехал. Ну, что мы видим? Шлем снят. Малой, ты еще жив? Интересно, за помощью побежал, может? Без маски.
без шлема. Все. Как он и говорил, таких лучше уже не будить. Все. Отвоевался. Ну, читайте, год прошел после всего вот этого. Зимой это было дело, год прошел. Прожил. Хер да нихера. А этот что-то без маски бегает. Что, уже все? Не радиоактивно? Бери. Морозная тишина такая, да? Утро. Малой чемодан надо доставить. А это наши, по-моему, ползут. Метро. Метро-сити. Или метро-сити, как правильно? Как там супермозг говорил-то? Метро-сити. Давай по зубам мне, да? Я принес чемоданчик, а мне по зубам. Давайте финалочка. Чем это все закончилось для меня? Осторожней с ним. Как он еще жив до сих пор? Артем, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Ой, не надо вот этого. Соберись, как? Что делать? Руководи. Только переливание. Срочное, сколько можно. С такой дозой. Значит, переливание спасет? Он подольше тогда продержится, насколько крови хватит. Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет, все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем! Да. Вот, смотрите. В первом у меня ушел один человечек, во втором опять еще ушел человечек. Минус два человечка, которые мне могут сдать кровь, плюс еще капитан сдох нахрен. Это не твой пункт назначения, Артем. Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, а не конечная. Слышишь? Мало нас, слишком мало. Вот и не хватает крови. Вот о чем я и говорил. Вот она и оконцовочка. Не получилось выжить. Артем, пожалуйста, не уходи. Ну ты-то живи. Не нужно мне это лекарство такой ценой. Буду теперь жить. А зачем мне жить без тебя? А вот если бы первый не ушел, второй бы не ушел. Не говори так, Анечка. Тогда бы все хватило, я бы выжил, жили бы долго и счастливо. Ты спас ее, Артем. Вы спасли ее, слышишь? Все было не зря. Она будет жить, понимаешь? Точно, старик. Все, все. Балахольный. Его нельзя больше, видите? Не хватает крови, не хватает. Новую закачивайте, а старую-то хоть выкачивайте из меня. А то вливать-то вливать, а вылить-то не вылили. Аня, тебе отдохнуть надо. Папа умер. Артем, не оставляй меня. Ну что, у тебя вот целая бригада есть, они тебе помогут. Неужто выжил?
что-то... Подольше протянет, да, но не выживет же. Узнаешь меня? Это я, Женька, с ВДНХ. Знаешь, я тут ждал тебя. Лучший друг все-таки. Лучший друг. Давай посмотрим, куда мне идти. Сам идет. Свиделись, Лёва. Не забыл своего старого кореша Бурбона, а, пацанчик? Значит, помер все-таки. Долго ты там задержался. Ну, оно на постой так. Тыркаешься, а толку? Ладно. Ты пройдись, пацанчик. Разомни косточки. А я тут буду, если что. Пацанчик, ты, может, моложе меня даже, дятел. Обо всем еще успеем перетереть. Пацанчик. За моими плечами, вон, охренеть какие подвиги. Это что, каравай? Каравай, кого хочешь, выбирай. Думал, тебя другая судьба ждет, великая. Я ведь помню тебя еще мальчишкой с ВДНХ, который все мечтал лицо своей погибшей матери вспомнить. Ты ведь ради этого на ботаническом саду ворота открыла. А теперь вот и сам видишь. Мне-то скоро обратно в метро, а тебе... Тут ведь никогда солнце не встает, Артем. И поезд не остановить, и не сойти с него. Нет в этом мире остановок. Тот, кому хватит смелости и терпения всю жизнь вглядываться во тьму, первым увидит в ней проблеск света. Помнишь? Что же ты? Терпения не хватило. Ну и что, что нет остановок? Кому они нужны? Давай, железяка, шевели поршнями. Ничего, мы в преисподней жару зададим. Всех мертвецов построим. Ну ты старый, да, даешь. А ты? Не скучай. Своим тут привет передавай. Я кого встречу, передам. Да ну его, давай сюда. Будешь старпомом, а то рейс предстоит долгий. Вечный. Одному не справиться, в общем. Ну, что стоишь? Извинений ждешь? Не будет их, Артем. Каждый делает, что должен. Дело солдата. Врагов сечь и вопросов не задавать. Так вроде это и делал. Ты вообще молчал всю игру. Сделал. И я все правильно сделал. Мы отдали все, что могли. А дальше пусть живые разгребают. Что это там, а? Свет в конце туннеля. Чё там? Ерунда какая-то. Не должно тут такого быть. Слушай, может попробуем махину эту остановить, а? Давай, жми! Ну же! Да. Ну, Артём, глянь, что там. Разрешаю сойти на берег. Что, неужто вытянули? Ни хрена. Это меня оставил козлина. Если я не выжил, и ты меня с собой не забрал. Да вообще, блин. Что за семейка такая кидала? Одна не вытянула, второй не забрал. Ходи один, броди. Итак, что это такое? Могилка. А чья? Так нечестно. Наконец-то место, где мы могли бы быть счастливы. А, моя. Ну все нормально. Мы могли бы жить, как всегда мечтали. И отец ее здесь же. Под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу. Живи. Не могу жить без тебя. Но придется. Потому что люблю тебя.
Господи, ценный дар. Как же я тебя люблю. Чтоб все было не напрасно. Он ребятенка спас, тебя спас. Ну все, не напрасно прожил. Вот и все. Последние почести. Ну смотри, ну тем не менее своей мечтой я спас множество жизней. Вот и эти люди теперь будут жить. Ребятишки будут жить. Возможно, приедет туда, где он, в тайге, где он там был. В Сибири. Оля у него, кто там была, баба-то. Спасет ее. Или по рации передаст, что здесь все прекрасно, езжайте к нам. Ну, как бы то ни было. Игру прошли, да, правда, с другой концовочкой, там, где я не выжил. Но, тем не менее, это был увлекательный аттракцион. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже только в следующей игре. Пока!